привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 7 сентября. Вот только что я рассказывала о луке Суворова, и тут мне на глаза попались как раз вот эти томаты, про которые я хотела специально отдельно поговорить, потому что в комментариях к видео все чаще и чаще промелькивает вопрос, можно ли сеять семена этого года свежие на следующий год сразу, или нужно их выдержать какое-то время. Вот сейчас об этом будем говорить. У некоторых вообще стойкое такое мнение, что семена томатов нужно выдерживать 2-3 года. Короче, люди все перепутали, всю информацию. Да, некоторые семена нужно выдерживать 2-3 года, но это отнюдь не томаты. И я вот специально посеяла, ну просто кинула горсть семян свежих. Там остались меленькие, которые ненужные. Для того, чтобы показать вам, как дружно всходят свежие семена томатов, и для того, чтобы рассказать вам именно о всхожести свежих семян этой культуры. Я сейчас найду видео, искать некогда ссылку. Я когда-то зимой специально снимала видео, подтвержденное там таблицами, которые в информации, и я говорила, что при посеве нужно быть более внимательным и более осторожным, что все культуры по-разному, как у кого-то всхожесть повышается со сроком хранения через год или через два, у кого-то понижается, у кого-то остается неизменной. Вот наши томаты относятся к той уникальной культуре, у которых через несколько лет хранения всхожесть не теряется. А именно, смотрите, во-первых, у томатов вообще всхожесть очень длительный период сохраняется. Указывают 7-10 лет. Но некоторые люди находят мамины семена через 15, через 16 лет, и они тоже всходят. Конечно, я не говорю вам хранить 7 или 10 лет, но при этом некоторые думают, что раз они так долго хранятся, значит их нужно выдерживать, но при этом уникальность состоит еще в том, что на следующий год свежие, они тоже имеют очень хорошую всхожесть, такую же, как через 5 лет, через 3 года. И даже через месяц после приготовления семян они имеют прекрасную всхожесть, о чем мы можем вот в подтверждение своих слов я вам покажу. И сейчас расскажу, почему она разная. Вот смотрите. Есть вот эти вот особо крупные, которые взошли самые первые. Потому что здесь были разномастные семена и крупные, мелкие всякие. Я вот так как бросила горсть и все. Конечно, крупные взошли в первую очередь. А маленькие, вот смотрите, только-только-только лезут. Поэтому еще один вывод, который я могу вам, ну как основываясь на своем опыте, сказать, что крупные здоровые семена всегда взойдут в первую очередь. А вот эти вот, которые меленькие, особенно если их заглубить хорошенько, они взойдут в последнюю очередь, а иногда не взойдут вообще. Потому что пока они лежат в мокрой земле, у них силы не хватает сразу пробиться. Пока они пыжутся, и все-таки вот эта влажная среда, она, семена же органика, она все-таки их как-то понемножку разлагает, и они успевают перегнить, превратятся в компост, но не успеют вылезти. Но это в том случае, если семечко совсем маленькое, если заглубили вы его сильно. Обычно маленькие семена прям чуть-чуть надо припорашивать. Лучше, когда оно взойдет, лучше его потом подокучить. Так, ну я уже совсем в другую степь пошла. Вот, свежие семена. Семена, сделанные 2 недели назад, наверное, или неделю назад. Вот я их насыпала, они взошли. Вывод какой? Но это не вывод, это есть в интернете таблицы, как всхожесть семян можно соотнести со сроком хранения. Да, огурцы, если мы сеем на следующий год сразу, они, как бы сказать, они не того качества, и все люди стараются их выдержать, посеять или на второй, или даже на третий год, тогда у них меньше пустоцветов, у них лучше всхожесть, и качество семян у огурцов при хранении повышается. Ну, тоже не очень долго, не надо их 20 лет хранить. А томаты, я считаю, самая хорошая всхожесть, самые сильные семена, это именно свежие. Вот те, которые вы в этом году соберете и на будущий год посеете.
Они точно такие же будут и через 2 года, и через 3 года, но все-таки специалисты нам не рекомендуют хранить их более 5 лет. А именно почему? Ну просто они и пересыхают, и как... Я не могу сказать, впадают в анабиоз, правильно это или нет. Ну, короче, семена все успокаиваются, и они смиряются с тем, что их никто не сеет. И потом я всегда рекомендую, если после 5 лет нужно обязательно их замачивать и стимулировать. Потому что, ну, представьте, 5 лет сухое семечко лежит, сидит где-то там. Оно, конечно, засохнет. Мне нравится сеять только свежие семена. Я вот в этом году, которые собрала на будущий год, конечно, я их в первую очередь буду сеять. Если уж у меня каких-то семян свежих нету, где-то я купила там редкий сорт, он 2-летний, 3-летний, ну, я его, конечно, буду сеять. Но свои семена сею только свежие. И я считаю, это самая лучшая всхожесть у свежих семян. Вот эти семена, конечно, тут большинство мне не нужно, я выберу 4 или 5 самых сильных, они у меня пойдут на зимний огород. Несмотря на то, что времени совсем у меня мало, я все-таки не отказалась от идеи создать здесь, вот в этой растительной палатке, зимний огород. Только что вы посмотрели видео неудачи этого года в зимней палатке. То, что я посеяла очень рано, и мои помидоры, вот первого посева для зимней палатки, они образовали помидорки, и, короче, мне так рано не надо, я еще с этими не могу разделаться. Я нашла выход. Но меня все просили, ну не выбрасывайте, жалко помидорку, не выбрасывайте. Я подумала, действительно, и решила на ней еще поэкспериментировать немножко. То есть я убрала помидоры, отщипнула все цветы, чтобы как бы затормозить ее. Убрала лишние листья. Всегда, когда мы много листьев убираем, растение немножко как в стрессе, и оно немножко затормаживается. Я решила вот так вот искусственно, принудительно ее затормозить. Вот это вот этот ринет сорт, который я мучаю. И я думаю, что в результате этих действий она немножко будет попозже. Но все-таки, несмотря на то, что я же не знаю, как она отзовется на эти мои действия, может быть, вообще перестанет рожать помидорки. Еще и вот эти буду использовать. Еще решила здесь же вырастить различную зелень, салаты, укропы. Про салаты и укропы я расскажу позже. Вот тут у меня я решила попробовать один премиум салат, мне прислали, а один московский парниковый простой, потому что на этот я ни разу не выращивала, не надеюсь. А это мой, которым пользуюсь много-много лет. Самый простой, не гофрированный, ничего, простой лист. И вот я его кинула их позавчера. Смотрите, семена уже всходят. За огородом, за зимним тоже, конечно, нужно следить. Вот когда посев вот такой поверхностный, я их не стала сильно заглублять. Надо их смачивать, опрыскивать. Все, буду показывать вам перец, на котором тля развелась у меня пока на карантине. Я боюсь, как бы он других молодых не заразил. Я его вынесла. А это видео я сняла специально как ответ на вопрос, можно ли сеять свежие семена этого года, которые мы заготовили вот буквально сейчас, на следующий год. Да не просто можно, даже нужно. Это самые такие молодые, самые еще не уснувшие сильные семена. На будущий год они вам дадут прекрасные всходы. Все, до свидания.